Грузаевские полицейские задержали ранее судимого 44-летнего жителя Краснодарского края, который за несколько дней пребывания в городе железнодорожников повредил 3 автомобиля. 25 мая 2020 года, примерно в 23:40, сотрудниками Росгвардии при патрулировании улиц города в районе рынка «Новый базар» по улице Привокзальной площади был замечен неизвестный гражданин, который находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Во время задержания краснодарца и осмотра прилегающей территории полицейские обнаружили припаркованный ВАЗ 10-й модели, у которого было разбито лобовое стекло и помята крыша. Мужчина признался стражам порядка, что это он устроил танцы на машине. Хулигана доставили в отдел полиции. Позже в дежурную часть поступили еще 2 заявления от владельцев Toyota Camry и Mercedes'а о похожих повреждениях. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что это дело ног пьяного краснодарца. Гражданин является жителем не нашего региона, он приезжий, приехал сюда с целью трудоустройства. Пояснил, что так как у него не получилось здесь трудоустроиться, находился в состоянии в расстроенных чувствах, поэтому повредил 3 автомашины. Свое эмоциональное состояние гость заливал спиртным и бродил по улицам Рузаевки. До момента повреждения машин его 2 задерживали полицейские, привлекали к административной ответственности и отпускали. Ведь на тот момент Уголовного кодекса он не нарушал. По данному факту ведется доследственная проверка. По автомашинам назначена автотехническая экспертиза с целью определения причиненного ущерба. Еще одно преступление, виной которого стал алкоголь, раскрыли дорожные полицейские из Зубовой Поляны. Около 5 утра 28 мая в дежурную часть местной полиции поступило сообщение о том, что в больницу доставлен мужчина с ножевым ранением в живот. По оперативной информации было установлено, что подозреваемый в совершении преступления передвигается на автомашине ВАЗ-2107. Нарядом ДПС был осуществлен выезд. По данному происшествию транспортное средство было задержано на федеральной автодороге М5 Урал, граница Республики Мордовия с Рязанской областью. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. Полицейские выяснили, что ночью 3 мужчин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решили поехать на АЗС, которая находится в Рязанской области. По пути следования в автомашине между потерпевшим и подозреваемым возник конфликт, после чего разборки продолжились на обочине дороги. Он полез на меня драться. Я отбежал, и случайно в кармане оказался нож. Неожиданно махнул рукой и попал, и он убежал. Пострадавший добрался до ближайшего села рядом с федеральной трассой, откуда местные жители вызвали ему скорую помощь и полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Екатерина Чермянина, программа «Происшествия».